Всем привет! Вы на канале Лунар Дизель. Сегодня поговорим про фен. Фен 2 киловатта, интерскуловский. Обзорчик на него снимать не будем. Поговорим о поломке. Часто встречающая поломка — это перегорела спиралька от перегрева. Инструкция где-то была, но уже не помню, куда ты дел. Так, перегорела спиралька. Разбирали, перекручивали, не помогло. Все равно рвется, перегорает и так далее. Нашли решение. Приобрели новую запчасть. Ничего перематывать не надо. Сейчас прорекламирую магазинчик, где я эту запчасть купил. Магазинчик «Мир инструментов» находится в Чебоксарах, Ленинский район, микрорайон Три Дуба, улица Хиверская, 5А, за белой девятиэтажкой получается. Работают в будни с 9 до 7 вечера, а по выходным с 9 до 4. Не только бензоинструменты, но и обычные фены да перфораторы, заканчивая мотоблоками. Не только магазин, но и сервисный центр. Телефончик сейчас посмотрим. Где-то был. Сейчас загрузится. Номер телефона 63 97 50. И другой номер 63 80 07. Кто забыл код города, плюс 78 35 2. Мир инструментов. Вернемся к фену нашему. Сейчас сделаем маленький обзорчик на фен. Сам фен идет. Три скорости. Регулировка температуры больше-меньше. И 5 насадок. Тут одна, здесь две. Вот еще одна и вот пятая. И все, больше нету. Сейчас разберем фен и продолжим. Thank you.
такая же, такая же. Давайте еще эту разберем, да посмотрим, в чем была причина. Ну вот, разобрал. Так, это новенький. Тут внутри сама спиралька идет. Дело вот в чем. Ее и перематывали, и перевязывали. Вот она вот так вот вся ломается уже. Нагревательная спиралька сама работает, а это идет на моторчик. Напругу снимает. Все работает, и нагрев работает. Моторчик только не работает. Сейчас перепаяю, перекину и обратно соберу. Ну, на этом все. После того, как перегорело, увидел фен с экранчиком. Здесь температура, которую выставляет. У него есть функция продувки. Сначала не обратил внимания, потом после этого заглянул в интернет почитать. Ну, у нас, как всегда, все через пятую точку. Инструкцию не читаем. Там написано, феном работать не больше 5 минут, а потом выключать температуру и продувать пару минут, чтобы именно вот эти спиральки все остыли. А я этого раньше не знал. Поэтому нагрел, выключил и все. Там не только 5 минут было. Этим феном пару машин тонировали. И вибру на раковину клеили. Что только не делали. Так что там времени не было продувать да остужать. Ну все, всем спасибо за внимание. Как собирать да паять, это уж показывать не буду. Не забываем про магазинчик на Хивежской 5А. Магазинчик Мир Инструментов. Кто-то в теме. Ну все, всем спасибо, всем пока.